Дисклеймер. Доброго времени суток и добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа. Террария, одиночный режим, однопользовательский, продолжаем играть, проходить. Ну или пытаться пройти, я не уверен, что игру можно пройти. А, вот, я забыл, кстати, я что-то хотел сделать сразу же. Да зашел и забыл, что... О, трава, начала расти нормально трава. Во-первых, вот эту штуку я хочу повырезать. Вот так вот. Чик-чик-чик. И чё? И пойдем, наверное, погуляем. Я хочу погулять. Подожди. Карта... Вот. Хочу вот в эту сторону сходить, в эту до конца. Просто пойдем погуляем. Посмотрим, что я смогу найти, что у меня вообще есть с собой в инвентаре. Сосачок. А я могу мерцающий корень посадить? Подожди. Блядь. Или я не могу его посадить? А почему? Мерцающий корень. Короче, иди нахер. Не хочет он садиться, почему? Не знаю почему. Не, не надо. Так, и мне сказали, нужно, найти, чтобы этот... Что мы там искали? Упорченную ткань, что-то такое. Что-то заяц. Короче, нужно это в испорченный биом идти и там сражаться с боссом. Я думаю, этого я пока делать не буду, потому что у меня даже брони нету. Полный. Вот, но мы сейчас сходим в этот... До конца карты вообще посмотрим, что там есть. Что интересного. Хочу, короче, разведать. Вообще посмотреть, как, что из себя мир весь представляет. Так, сейчас одну секунду. Ой, что я нажимаю? Вот, вот так вот надо. На паузу, подожди. Ай-яй-яй, как? Подожди. Нет, стой, сейчас. Одну секунду, пауза. Это, ладно, продолжим так. Хотел мув сделать, но уже не сделаю. А нахер ты прыгаешь, а? О, знамя зомби. А что она дает? А где она? Наверняка поблизости получает бонус против зомби. Ну ладно. А как плавать? Тут можно вообще плавать? А плавать-то нельзя никогда. О, звезды нападали, нормально. Плюс звезды, это хорошо, плюс манна. Я так понимаю, манну можно до двух стара загнать. Так, вот есть какая-то пещерка. Допустим, подожди, я забыл проверить. Звук везде. А, я ж камеру. Сейчас. Так, короче. Чего вы докопались, глаза сраные? Я вашего Ктулху уже и туда, и сюда уже пару раз. Подожди, я забыл тебе поставить камеру внизу. Вот так вот. Я ж вот так террарию записываю. А ты чё молчишь? Мог бы и сказать, как бы да. Как бы ага. Как бы, Серёж, ну ты камеру забыл переставить. Ну, можно же было написать на первых минутах. Я бы сразу понял бы все. Наверное. Это не точно. Так, я где? Я дошел вообще до куда-то? О, далеко мне еще. Кыш, блядь. Кыш. Так, плюс бабки, спасибо. Мне сказали, что в разных биомах нужно строить... О, синенький какой-то. А, это зарожденный, да? И что ты хочешь? До свидания. Это зараженный, это не биом, я так понимаю. Это просто
Какой же я снайпер. Как же я хорош, господи. Но это не биом, это просто зараженная территория. Правильно я понимаю? А можно как-то эту заразу вообще снять? Мне говорили, осторожно, смотри, чтобы она не дошла до твоего дома. А то есть она правда может дойти до меня. И что? А что будет, если я заразиться дом? Крепость? Или что, или как? Не хотелось бы, честно говоря. Странствующий торговец прибыл. Что акула делает, я не понимаю. Акула просто вот она есть. И непонятно, что она делает. Ой, я тут переплыву. А это я могу вот так? Нет, не могу так. Ать! Воздух. О! Другая музычка. Джунгли какие-то или что это такое? Да, другой биом, по-моему. О, лоза. Это ж можно веревки, ну, за место веревок использовать. Это давай. Ладно. Вот и лоза пригодится. Ну, музыка поменялась. Это значит, это другой биом, да? Я так понимаю, можно по музыке ориентироваться, чтобы понимать вообще, в другом ли это биоме. Бамбу. Давай насобираем. Да, вон попугаи полетели. Это, короче, какие-то джунгли. Вон там попка-дурак летает. Хе-хе-хе-хе. А под водой работают? Оу! Ля, как стрелы под водой летят. Прикольно. Слизняки вообще, по-моему, не контролируют, да, себя? Просто куда-то летят. Алло, а чё? А. Вот будешь знать. Это чё? Ловушка была какая-то? А, это, у, это пчёлки! Блин, ну простите, пчелки. О, блин, Лиана, это приятно очень. А если просто пройду, он мне на голову вроде не упал. Но это медь, это нам не особо не надо. О, охилиться. Охилиться надо. Так, ой, там глубоко. Единственный вопрос, почему никак плавать нельзя? Как-то сверх тупо, что чел не умеет плавать. Тупо плюс странно. Кыш. Ой, а кто ты такой? А я вот так сделаю. И все, и пошел ты нахер. Так, подожди.
Я хочу вот так вот, если... Ах ты, козел! Летающий. Ну и все, и внизу пойду. Пошли нахер. А, тут не пройдешь так нормально, да? Да ёб твою! Все как говно летает, блин, это так бесит. Пройти спокойно не дают уже. А что вы так до хера? Иди нахер все. Кто ты? Ага. Иди нахер, иди. Так, ну я понял, есть биом джунгли. Хорошо. Че это тропическая летучая мышь? Крыса летучая меня бесит, потому что... Слизни падают с неба. Чего? Чего? Вот они точно падают с неба. Так, ладно. Надо и продвигаться дальше. Я ж куда-то должен к чему-то прийти. У мира же есть граница, я так понимаю. Есть же граница у мира, подожди. Не, ну да, там же мы размер выбирали. Большой, небольшой, маленький, все такое. Значит, и граница мира должна быть. Тути, ту-ту-ти-ти. Тути, ту-ту-ти-ти. Я так понимаю, на поверхности мало чего интересного, да, можно найти? О, подожди. Подожди. Мне говорили же... Что я сделал? Мне же говорили, что нужно сделать дом во всех биомах. А чё их так до хера-то? Я так понимаю, это тоже не друг, да? Ну да, гоблин разведчик. Они могут, пожалуйста, пойти нахер все? Что это, груша, яблоко, что это? Так, нахер строим дом себе. Сука. Да сука! Я понял, это делается вот так вот, да? Где? Красная древесина, где? А вот она. Нахера она мне? Боже, да какие вы козлы! Да идите нахер, да зачем вас так много? Какие-то да ты посмотри! Они еще и с неба падают, господи боже. Что? Что меня дамажит? А, это сраная летучая крыса. Почему он такой живучий? Фиолетовый, зеленый. Так, нахер, 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 нахер.
Блять, да ёб твою за ногу! Вы уроды моральные! Аморальные, моральные козлы просто. Иди нахуй. Сука. Я могу делать вот так? Нет. Посмотри, сколько их. Ты посмотри, это просто пипец. Что это? А, знамя синего слизня. Так, подожди, мне нужен ящик, мне, наверное, нужен. Давай костер джунглей, я не... Нет, подожди, зачем? А, мне бы верстак для начала, наверное. Мы вот так сделаем. Давай верстак из красной древесины. Это ж красная у меня, да. Сундук, и можно из красной древесины теперь? Вот, да. Так. Я понял. Пожалуйста, иди нахуй. Если честно, очень неудобное управление лично для меня. Что там? Сразу вообще другой упокоился. Да и хер на него. Да какого хера? Бля, какой я хитрый, смотри. Эть, все, идите нахуй все. Ой, елки-палки. Так, стол. Давай уже деревянный стол, вот, из красной древесины. Что-то костер тут стоит. Костяной джунгли чего? А, костер. Потому что за костяной джунгли. Костяной джунгли. Джунгли костяной. Стул из красной древесины. Тоже давай два. Один сюда. Один сюда. И теперь самое интересное. Где стена? Ага, вот. Вот так вот. Что это, розовый гель? Нахер он мне нужен? Так, вроде похоже на уже дом, да? Факел джунглей. Иракс. Иракс. Ну, вроде нормально. Похоже на дом. Придет кто-то жить в топо? Я бы пришел. Вот ты бы пришел. Вот, напиши в комментариях. Uh.
Закрой дверь, ты чё? О. А, как? Подожди. О. Вот так. Слизни прекратили падать с неба. Ну, слава тебе, господи. Это какой-то трэш. Не особо они прекратили, честно говоря. Ой, это что? Линза. Блин, давай сюда поскладываем. Малолечебное зелье. Ужасный гриб, звезда. Воднолист. Гельма заберем. Знамя зомби пусть висит. Еще гель. Хотя можно вот так сделать. Гниль. Трава, бомбы, секиры. Семена травы джунгли мне не нужны. Лунное сияние. Это гриб. Факел джунгли, бамбук. Палочка светящаяся тоже нахер не нужна, если честно. Облачко. Грязь. Ил. Просто факел. Мне просто факел нужен. Червь тоже не знаю, что с ним делать. Серебряная руда, вот это пусть будет. Глина. Ага, древесина тоже пусть будет. Вот так, сигнальная ракета тоже не надо. Сачок пусть будет, это тоже пусть будет. Ты, ну что ты... Пристал тут, а? А почему дверь не закрывается? Иди сюда, падла. Вот так вот. Так, хорошо. А можем мы, может, еще один дом поставить? Давай еще попробуем поставить дом. Что ж меня все хочет убить-то, а? Просто все меня хочет убить. Чё? А, биом меняется. Я прям на границе. Да сука, ну как это задалбывает? В натуре просто все хочет тебя убить. Это просто раздражать начинает. И пяу какое-то. Хероги. Так, где там красная древесина? Козлы, говно, говно, козлы. Пошли. А что если вот так сделаю? Нафиг. Как говорится, ну-ка нахуй. Кандалы, нахер они мне нужны? Не, не надо. Печь, давай просто поставим печь.
Так, мне нужно дор-дор. Стол. Стул. Доктор Бонс, подожди. А чё? Что это? Почему он зашёл? Нормально у него всё? Кто это такой? Может, его не надо убивать? Хотя нет, он просто сломал дверь. Археолог. Kill Dr. Bones. А может, не надо было этого делать? С него что-то упало? Шляпа археолога. Предмет украшения. О. Бля, красивый. Так, ладно, простите, доктор Бонс, так вышло. Пару факелов. И мне еще нужны, знаете что? Пупи-пупа-пи-пупа. Платформы. Где-то их штука раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, ага. Так, door one, door two. Мне не хватит. А я могу прям здесь скрафтить? Нет, давай верстак сделаем, хер с ним. Так. А, подожди. Так, а теперь бом-бом-бом. Да сука, можно я ступеньки поставлю? Ну что это? Это пиздец. Можно мне каких-нибудь пэтов, чтобы они... Вот кто-нибудь, пожалуйста. Скажите мне, как мне сделать сраных пэтов? Какая же ты мразь на своей летучей мыши, а? Ой, блок глины, хуины, глины. Как это, блядь, все неудобно. Нахер тоже иди, раз. Начинает душить управление. Зоолог. О, зоолог. Животные, правильно?
Какой же козел на этом слизне? Вот эту вот херню можно убрать, спасибо. Спасибо. Вы думаете, я нервничаю? Нет, нет, что вы. Зоолог, уважаемый, подождите. А можно с вами поторговать? Магазин, что у вас есть? Разрешение на кота. А у меня сколько? У меня 4 золотых. У вас ящерицы. 2 золотых. Не, ну это надо. У вас ящерицы, это надо. Уши ящерицы. Но это тоже обязательно. Это важно, это важно. Ветреные дни змей. Хорошо. Женщина, вы не хотите зайти, уважаемый зоолог? Вы в куре или что вы такое? Да ёб твою за ногу! Иди нахер! Здрасте. Так, разрешение на кота. Хорошо. Как его использовать? Телепортирует к службе доставки котов. Чего? Ладно. Не позволяет ранее связь, когда находится... Ну ладно. Босс Найкт. Кошка прибыла. Окей. О! О! Крюк Белка. Непонятно пока что. Про призванных существ что-то. А как мне существ призывать? Я так не умею. Так, ладно. Вот это вот... Во-первых, вот это вот говно... крадется ко мне все ближе. Хорошо, а мне сказали, можно будет портал второй ставить. Я ради этого как бы сюда и пришел. Но что-то я такой возможности не вижу. Что? Бля, это белка на проводе. Серьезно? Так, ладно, белка на проводе. Но белка на проводе — это сильно. Вопросов нет. Ладно, это пока здесь. Сюда, сюда. Быстрая стопка, хорошо, и сюда. Тоже красное дерево, все сюда. А-а-а. Ля, воздушный змей. А-а-а. Блин, прикольно. Ладно, пусть лежит, допустим, это прикольно. Так, шляп сюда, факела мы оставляем. Знамя слизня. Ай, висит. Потрепанная ткань. Что мы из нее можем сделать? Непонятно что. Свинья-копилка тоже хер знает, зачем она нужна. Ладно, побежали дальше, побегаем пока. А сколько нужно домиков? Мне кто-то говорил, сколько нужно домиков, а я не помню. Вроде 3. Или не 3. Что? Что? Вентилятор? А, маляр. Маляр? Ух ты. Вот, столб джунглей. 8 монет. Бля, золото. Блин. А я сейчас столько монет золота вам возьму.
Так, это сюда. Гель. Хорошо, а что мы можем? Что-то дорогое, может? Магазин. Давай я тебе продам. Блин, не хочу вольфрамовый. Ну вот свинью я все равно не знаю, что с ней делать. А у меня сколько? 5. А надо 9 монет почти. Блин, ну пойдем пофармим. Мы можем где-то вот, не знаю, сюда спуститься на... А, ну, может, ничего. Может, ничего не нафармим. О, подожди, другой биом. А, да? Обратно стал. А, я на границе? Бля, чайка! Подожди, чайка? О, пляж. А это тоже другой биом? Бля, я у моря. Это кто? Спящий рыбак. Эй! А? Бобби. Задание. Как же я люблю собирать яркие желтые звезды, которые падают с неба. Еще больше мне нравится, когда они приземляются кому-нибудь на... Эй. Кому-нибудь на голову, но не так круче... Блять. Но нет ничего круче звезды, которая падает в лесное озеро и превращается в рыбу. Ты же тоже крутой, сможешь достать для ее для меня. Упавшая морская звезда. Ладно. Хорошо, я попробую. Это море, все? Это океан? Морской конек, розовая медуза. Бля, ну белка это мем. Блин, а для него тоже? Давай для него построим дом. Пальмовое дерево. Я хочу для него тоже дом сделать. Че у нас по времени? Блин, мы не успеем для него дом сделать. One second, Bruce, where is my father's bitch? Yes. А, что? Подожди, это что? Ля! Здорово, дельфинариум! Я, подожди, дельфинариум! А куда он свалил? Ля, дельфин. Прикольно. Так, ну давай тогда здесь остановимся. Во-первых, скажи мне, куда он пошел. Надо ли ему здесь построить дом этому типу? Или что, или куда он погнал? Мужик. Блин, ну белка, крюк, это имба. Я могу такой... Ать! Ать! Это я могу вообще не бояться упасть теперь. После под себя просто кидать? Все, пофигу. Маляр, а что делает этот? Подожди, хорошо. Черная краска. Желтая краска. Тоже что-то не выкупаю. Ладно, здесь остановимся. Напиши потом, пожалуйста, в комментариях, сколько надо домиков в разных биомах. Типа, я так понял, я сейчас в каком-то джунглевом биоме. Есть наш лесной биом, джунглевый биом. Это правильно же, подожди. Сейчас. Столб леса у этого джунгли продаются, да? С
Сколько таких надо, да, джунгли? И вот надо ли вот этому типу там дом построить? Тоже, пожалуйста, напиши. А мы с тобой пока здесь остановимся. Могу тебе сказать только одно. Подписывайся на канал, жми на колокольчик, ставь лайк. Увидимся в следующей серии. Обнял, приподнял, покрою, жил, на место поставил. И тебе пока. Okay.